На горе Карачун под Славянском установили памятник активистам Евромайдана и бойцам, которые освобождали город. Напомню, бой за эту стратегическую высоту стал ключевой операцией по зачистке Славянска от боевиков 3 года назад. Во время открытия памятника бойцов, участвовавших в сражениях, наградили медалями за освобождение Славянска. 65 военнослужащих получили эту награду посмертно.